Всем привет, с вами Влад, это видео по игре Last Dinner Survival. Сегодня я буду выполнять задание Кэрри, а также я сделаю кое-что интересное. Так что досматривай этот видеоролик до конца и не забудь поставить лайк. Ну что ж, погнали. Итак, смотрим первое задание. Наши разведчики находят все больше убитых оленей в сосновой роще. Нам понадобятся зацепки. Чтобы понять, кто это делает и зачем, начнем с осмотра трупов в роще, окей? Итак, осматриваю первый труп оленя. Ребят, я вне записи залутал второй труп оленя, сейчас я залутал уже третий труп оленя. И я наконец-то выполнил задание. Итак, смотрим второе задание. София активно интересуется тем, как заражение влияет на животных. В каменных предгорьях завелась стая зараженных волков. Найди и убей их, чтобы изучить. Окей, погнали. Ребят, на меня напал токсичный зомби, а также зараженный волк. Одного я уже убил и убиваю еще одного. Отлично. Но сейчас я пойду домой, чтобы взять нормальную броню, а также помыться. Ну что, ребят, я уже все сделал, пришел на локацию, и вот эти зараженные волки жрут какого-то выжившего. Получаю минус один, минус второй сейчас будет, получай кулаками, блин, я его кулаками так быстро не убью. Беру я, значит, вот такую вот интересную клюшку и убиваю зараженного волка. Остался еще один. Вот, ребят, он, последний волк, и давайте же его убьем. Получай. Так, тихо, и добиваю глоком. Отлично, ребят, я выполнил задание. Погнали на локацию коммуна. Итак, смотрим третье задание. Неподалеку есть старый лабиринт, который хранит в себе множество секретов. Принесите Отису предметы из лабиринта, напоминающие ему о лучших деньках. Окей, погнали, ребят. Я пришел на локацию лабиринт, но, к сожалению, здесь нет погодных условий. Эх, жалко. Они то здесь появляются, то не появляются. Я не понимаю, как это все работает. Но, ребят, мне нужно зачистить лабиринт. Ну что, ребят, я зачистил весь лабиринт, и сейчас я лутаю ящик, так? Здесь С4 попалось, что? Офигеть, я даже не знал, что из этого сундука выпадает С4. И почему я снова лутаю этот ящик, если я его уже залутал? Что это за баг? Ладно, ребят, в любом случае, я рад, что мне попалось С4, и это на самом деле очень круто. Так, сейчас я обмениваю топор на, конечно же, бобы, сюда ложим. И опять я лутаю сундук, да что это такое? Почему я лутаю сундук, если я уже его залутал? Как-то странно, ребят. Ладно, я забираю С4 и уже можно уходить с этой локации. Ребят, я совсем забыл, я же не выполнил задание. Так, лутаем, все, ребят, я выполнил задание и теперь погнали на локацию коммуны. Ну что, ребят, я пришел в коммуну и давайте отдадим ресики Отису. Ой, кому Отису, Маркусу. Так, что он нам скажет? Нужно проводить павших как подобает. Я все организую, но сперва нам всем нужно хорошенько отдохнуть. Окей, давайте посмотрим вот сюда. И мне осталось немного, чтобы получить почтение у Маркуса. Ладно, давайте теперь, конечно же, дадим ценные ресурсы Отису. Итак, сначала я положу вот это. Этого не хватает, давайте еще вот это положим. Отлично. Итак, смотрим. Письма, о которых я говорила, не от женщины. В ее последнем письме она была в чем-то сильно беспокоена. Проверь, все ли с ней в порядке. Не хотелось бы ее потерять. Окей, ребят, теперь мне нужно проверить подвал в каменных холмах. Окей, отправляемся на эту локацию. Ну что, ребят, я пришел на локацию каменные холмы, и теперь я нашел здесь подвал. Давайте для начала залутаем ящики. Первый я уже залутал, осталось залутать еще один.
Ну что, ребят, входим в подвал, блин, мне очень страшно, вдруг там какие-то супер-зомбари будут, я не знаю, ну, в общем, я зашел уже в этот подвал и осталось только ждать загрузки. Ну что, ребят, я в подвале, что-то не сильно похоже на жилище пожилой женщины. Смотрите, ребят, здесь какой-то выживший, окей, вот это что? Срочно нужен душ, давайте вот это что-то активируем, так. И что-то вообще ничего не поменялось, как-то странно, ребят. Что? На месте выжившего появилась огромная лужа крови. Что я только что наделал? Я, короче, ничего не понял. Ладно, давайте сюда зайдем. Надо было противогаз захватывать. Этот сладковатый запах никогда к нему не привыкну. Но ничего, ребят, давайте уже здесь изучать этот подвал. И надеюсь, здесь не будет каких-то жестких зомбарей. Итак, заходим в первую комнату. Так, ждем. Все, ребят, я зашел. Так, здесь никого нет. И это пыль вокруг. Да здесь никого не было уже лет 20. Это точно, ребят. Давайте зайдем в другую комнату, может в другой комнате кто-то есть. Здесь только мертвые выжившие, и еще я вижу какого-то врага на миникарте. Это хищник, получай. Кто не знает, это босс, который обитает в подвалах. Я его уже убил с помощью глока, его, конечно, можно было с помощью факела просто напугать, и он бы ушел. Но факела у меня нет, поэтому я убил его глоком. Здесь, я так понимаю, больше никто не вылезет, и здесь вообще ничего нет. Как это странно вообще. В этом подвале даже особо зомбарей нет, вот только хищник в одной комнате был. Ладно, давайте посмотрим, что же находится в последней комнате. Итак, заходим, и здесь какая-то что-то лежит. Обрывок страницы. Обрывок страницы. На старом клочке бумаги написано. Очень надеюсь, что я не прав, но если мои догадки верны, и ты это читаешь, то найди ее там, где кончается мир. В нижней части обрывка стоит подпись «Отис». То есть Отис уже был в этом подвале или это какой-то другой Отис? Что-то я вообще не могу ничего понять. Давайте пойдем к Отису и все узнаем. Ну что, ребят, я уже нахожусь на локации коммуна и давайте найдем Отиса. Вот он. Что за ерунда? У нее что, был еще один Отис? Вот, ребят, за это я вам и говорил, что два Отиса в игре Last Dinner Survival или что просто вообще случилось такое непонятное? По-моему, все же у нас в игре есть другой Отис, при которого мы пока не можем узнать. Ладно, давайте еще дадим рейсики Отису, держи. Так, теперь заходим в параметр семья, смотрим. И прям капелюточку не хватает до почтения, жалко, ребят. Ну что ж, дорогие друзья, этот видеоролик подходит к концу. Я надеюсь, вам он понравился. И если это так, то обязательно ставь лайк, а также подписывайся на мой YouTube-канал. Ну а с вами, как обычно, был Влад. Ставьте лайки и всем пока-пока.